Михаил Михайлович и Тамара Геннадьевна Шелковниковы познакомились в Уральской области на катке. С тех пор жизни друг без друга не представляют. Рука об руку они идут уже 59 лет. Муж чтит жену не только за хозяйственность и кулинарное мастерство, но и за покладистость. Супруги утверждают, секретов в сохранении чувств нет. Главное – уступчивость и взаимопомощь. За почтение этих заветных правил они были приглашены на торжественное мероприятие по случаю празднования российского семейного праздника и с удовольствием поделились своим секретом крепких отношений. Просто-напросто надо немножко уважать друг друга, быть терпеливым, немножко спускать другому и себя сдерживать. Ну, а остальное приходит само собой. За преданность друг другу и чистую любовь Шелковниковы получили от мэра медаль и благодарственное письмо. Мы от всей души поздравляем вас с этим праздником! И таких крепких брачных союзов в Сочи десятки тысяч. Лучшие из них получили знаки отличия, почет и уважение от сочинцев. Именно такие пары дают пример молодым семьям. Очень приятно видеть пример какой-то для подражания, потому что когда происходят такие вот праздники, так они отмечаются, именно пары семейные. Есть куда стремиться, много почерпывается из каких-то их, да. На мой взгляд, в семье самое главное – это понимание. Это вот, если нет вот, разговора вот между собой, если вот в семье не могут договориться, то там никогда не сважено, если ничего не будет. Для всех, кто создал свой союз, в Сочи ежегодно проводятся праздничные мероприятия, на которых всегда присутствует мэр города с супругой. Они вместе уже 34 года, и этот день, как обычно, проводят в тесном семейном кругу. Вся страна состоит из определенных ячеек, то есть как раз из семей. И страна будет только тогда счастливой, когда все эти семьи будут счастливы. Если они показывают пример своим детям, внукам и идет продвижение, то это здорово. Когда в семье есть уважение, уважение у мужа к жене, у жены к мужу, к старшему поколению, уважать детей своих, их мнение, вот тогда и бывает в семье счастье. Тогда бывает взаимопонимание и удовлетворенность. Новых семей с каждым годом становится больше. Только с начала этого года в Сочи зарегистрировано более 2000 браков. И главное, чтобы эти узы были так же неразрывны, как и у тех пар, которые вместе уже не один десяток лет. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.